С Днем Ангела, дорогие именинники! В истории мало таких людей, которые сквозь века проходят именем своим, памятью о себе и продолжают сиять, не теряя блеска. Есть великие люди, чьи величие измеряется одной-двумя эпохами. А мы сегодня скажем о человеке, которого любят миллионы на протяжении уже не одной даже тысячи лет. Речь пойдет о царе Давиде. Возлюбленный, так переводится его имя с еврейского языка. «Я нашел мужа по сердцу своему», — сказал Господь, когда поставил этого человека на царство. Он был простым пастушком, у него были братья. Его отец Иисей был человеком благочестивым, многодетным. Братья были красивые, мощные телосложением, вообще богатые различными дарованиями, а Давид был невысокого росточка. Но он был храбр и добр. Когда волк хватал какую-нибудь овечку из его стада, он бежал за хищником, догонял ее, вступал с ним в борьбу и не давал ему нести овцу из стада. Это не что иное, как прообраз Христа, доброго пастыря, берегущего каждую овечку. Когда на евреев напали филистимляне и готовилось решающее сражение, со стороны филистимлян вышел страшный человек по имени Голиаф. Он, потрясая копьем, вызывал на бой любого еврея, обещая убить его. При этом хулил Бога Израилева. Давид вышел на этот бой, взяв 5 гладких камней из ручья и при помощи пращи, метнувший метко камень, поразил этого великана и убил его. Таким образом, его подвиг решил сражение, решил судьбу еврейского народа в тот период времени. Его приблизил к себе царь Саул, осыпал его благодеяниями, еще большим благодеянием пользовался от Давида, а потом из зависти решился убить его. И эта история многократных попыток Саула настигнуть Давида, убить его, значит, описывается как раз в книгах царств. Святой царь Давид отстроил новую столицу государства, Иерусалим, город мира. Он сердечно желал, чтобы переносной храм, скиния, поместился в этом городе и обрел твердые стены. Ему было стыдно жить в дворце из камня и дерева, тогда как Господь обитает в палатке. Но Господь не позволил ему построить храма, поскольку вся жизнь Давида была непрестанная беготня и война. И храм построил сын его, Соломон. Жизнь Давида омрачилась тяжелым преступлением. Он взял себе в жену чужую женщину и убил ее мужа, послав его на войну в опасное место, что впоследствии вылилось из его сердца покаянием глубоким, которое всем известно, Псалом 50, «Помилуй меня, Боже». Многие молитвы царя Давида, многие гимны, сложенные им, пропетые им в честь Господа Бога, пророческие гимны, гимны, напоминающие закон, составили основную часть книги хвалений, по-нашему книги псалмов, псалтирии, одной из библейских книг, которую более всего любят христиане всех народов и всех эпох. Самое великое в Давиде, пожалуй, то, что он был предтечей, простите, даже родственником задолго до рождения Христа, он был участником будущего боговоплощения, поскольку от его кровей, от кровей царя Давида в его царском роде родилась впоследствии Дева Мария, и Христос сам называл себя сыном Давидовым. Так его называли другие, молясь ему Иисусе, сыне Давидов, помилуй имя. То есть имя Давида осветилось тем, что он вошел в родство с Богом истинным, с настоящим Мессией, с Богом, который стал человеком. И в рождественские дни мы сегодня как раз вспоминаем тех людей, которые поучаствовали в этом родстве Христовом. Это не только Давид. Сегодня мы вспоминаем праведного обручника Иосифа. Вспоминаем также и Иакова, брата Божия по плоти, родственника Иисуса Христа через обручника Иосифа. Кроме них, сегодня День Ангела празднуют Ефимий и Исаак. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.